В этом видео я расскажу вам об известных людях, которые ушли из жизни на прошлой неделе, с 18 по 24 сентября 2023 года. Турецкая киноактриса Мерве Kayalp ушла из жизни 18 сентября. Известно, что она наложила на себя руки. Близкие не понимают, почему она решилась пойти на это, однако друзья актрисы говорят, что у нее была затяжная депрессия. Актриса появилась на свет в 1986 году. Мерве Kayalp работала в Стамбульском государственном театре. Через полтора года она перешла в частный театр. Сниматься в рекламе, а после в сериалах актриса начала еще во время учебы в университете. Как актриса телевидения она дебютировала в сериале «Сакария Фират». Позже Мерве Kayalp присоединилась к актерскому составу сериала «Маленький апокалипсис». В 2014 году актриса сыграла в сериале «Мечты и надежды». Мерве Kayalp наиболее известна по сериалу «Воин». Также многие зрители помнят ее по сериалу «Дело чести». Актрисе было 36 лет. 18 сентября не стала советской актрисы театра и кино Любови Майковой. Что стало причиной ее смерти, неизвестно. Актриса родилась 10 августа 1956 года. В 1980 году она окончила ГИТИС. В том же 1980 году Любовь Майкова сыграла свою самую знаменитую роль. Она снялась в роли лаборантки в картине «Вам и не снилось». После актриса сыграла в фильмах «Салон красоты», «Где находится нафилет» и «Забытая мелодия для флейты». С 1986 по 1989 год Любовь Майкова играла на сцене театра «Малая драматическая труппа», который основала сама. Сразу после ухода из театра она вышла замуж и уехала в США. После этого о ее судьбе не было известно. Любовь Майкова прожила в этом мире 67 лет. Советская художница и актриса, вторая жена Константина Райкина Алаге Салахова, также известная как Гуля Салахова, ушла из жизни 19 сентября. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Актриса появилась на свет 19 июня 1953 года в Москве. Алаге Салахова была дочерью народного художника СССР Таира Салахова и внучкой знаменитой певицы и танцовщицы Тамар Ханум. В кино Гуля Салахова снималась немного. В ее фильмографии 4 работы. Актриса сыграла в фильмах «Перед закрытой дверью», «Другая жизнь», «Юбилей Данте» и «Смысл жизни». Алаге Салаховой было 70 лет. Она покоится в Баку. Также 19 сентября этот мир покинул актер театра и кино Алексей Янин. Весной 2015 года у Алексея Янина случился инсульт. 8 лет актер восстанавливался. Он перенес множество операций. Последние 20 дней актер провел в коме. Его сердце не выдержало. Актер родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году он окончил театральное училище имени Щепкина. Алексей Янин дебютировал как киноактер в 2002 году, когда ему было 19 лет. Он сыграл небольшую роль в сериале «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Первая известность к нему пришла с сериалом «Клуб», в котором он сыграл Алекса. В фильмографии Алексея Янина более 30 работ. Он снялся в таких фильмах, как «Опережая выстрел», «Сильнее судьбы», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Свет и тень маяка» и в других. С 2004 года актер играл на сцене Российского академического молодежного театра. В 2012 году актер женился на Дарье Клюшниковой. Вскоре у пары родился сын Андрей. Последние несколько лет Дарья жила отдельно, но поддерживала мужа, покупая тренажеры, все необходимые лекарства и оплачивая палату в клинике. Все это время на постоянной основе с актером находилась его мама. Алексей Янин прожил всего 40 лет. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище Москвы. Похороны были закрытыми. На траурной церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья Алексея.
21 сентября не стала советской актрисы театра и кино Нины Беляевой. Она умерла от сердечной недостаточности. Актриса родилась 2 февраля 1931 года в Ульяновске. В 1957 году она окончила театральное училище имени Щукина. В этот же год Нина Беляева начала играть на сцене Московского академического театра «Сатира», из которого ушла в 1966 году. Свою первую эпизодическую роль Нина Беляева сыграла в фильме 1957 года «Коммунист». После она снялась в лентах «Шли солдаты», «Свет далекой звезды», «Сказка о царе Салтане» и в других. Всего в фильмографии Нины Беляевой 6 работ. Актрисе было 92 года. 22 сентября этот мир покинула актриса театра и кино Клавдия Блохина. Актриса появилась на свет в Смоленской области 21 декабря 1934 года. Клавдия Блохина окончила театральное училище имени Щукина и в 1955 году была принята в труппу Государственного академического малого театра. На сцене артистка исполнила ряд ролей русского и зарубежного, современного и классического репертуара. Также Клавдия Блохина снималась в кино. На экранах она впервые появилась в 1955 году, сыграв главную роль в короткометражном фильме «Секрет красоты». Помимо этого, Клавдия Блохина снялась в картинах «Дорогой мой человек», «Анюта», «Сверстницы» и в других. В фильмографии актрисы около 20 проектов. Клавдии Блохиной было 88 лет. 24 сентября земной путь завершила актриса театра и кино Ангелина Ноздрина. О причинах ее смерти неизвестно. Актриса родилась 12 сентября 1958 года в Душанбе. После окончания школы она поступила в библиотечный техникум, а затем в Государственный институт искусств. Еще студенткой Ангелина Ноздрина играла в драматическом театре имени Маяковского. В нем она прослужила более 10 лет. С начала нулевых актриса играла на сцене Вологодского драматического театра. Первую роль в кино Ангелина Ноздрина сыграла в 2007 году. Она снялась в сериале «Держи меня крепче». Затем актриса появилась в сериалах «Глухарь» и «Меч». 10 сентября 2022 года Ангелина Ноздрина похоронила мужа, актера театра и кино Владимира Таныгина. 12 дней назад актриса отметила свой 65-й день рождения.